Рекламно-информационная программа. Культпоход. 12:06. И да, действительно, это программа «Культпоход». Мы начинаем. Вас приветствует Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Ну и мы приветствуем, конечно же, наших гостей, как и мы анонсировали час назад. Константин Маслюк с нами, главный дирижер Вятского симфонического и Вятского камерного оркестров. Добрый день, Константин Александрович. Здравствуйте. Добрый день. Ваш коллега, с которым вы сейчас уже так активно обсуждали музыкальные нюансы всевозможные. Александр Чубаров, я имею в виду, дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, заслуженный артист нашей страны. Добрый день. У нас два главных дирижера трех оркестров. Там революция не произойдет сейчас в оркестрах, пока у нас кто-нибудь возьмет руль. Стараемся ситуацию контролировать. Ну, как сегодня Владимир с утра заметил, сегодня еще праздник, такой день генерального директора. Я думаю, что главные дирижеры под это определение вполне себе вписывают, подходят. Да, спасибо за поздравления. Ну и кроме того, конечно, мы вас поздравляем со стартом нового концертного сезона, 61-го по счету, который вот-вот случится в филармонии Вятской. Перед нами, собственно, анонсы. Опять, да, вот жалею, что у нас не телевизионная программа, потому что вот это количество анонсов, которые передо мной лежат, да, это вот стоило бы показать, конечно. Ну, видеосъемка... Сразу понятно, Вятская филармония открывает сезон. Видеосъемка, да, сейчас идет, это позже все будет выложено в интернете. Итак, мы уже договорились, да, собственно, у кого ближе дата концерта, тот и будет начинать. Константин Александрович, поэтому вам слово. 30 сентября, да. Послезавтра, воскресенье. 30 сентября мы открываем концертный сезон программы «Vive la France». Здравствует Франция! Да, именно так. Наша программа – это первый концерт нашего абонемента «Музыкальная география» с Вятским симфоническим оркестром имени Раевского. Это не в честь, Константинса, не в честь победы Франции на чемпионате мира? Когда я задумывал эту программу, я, в общем... предполагал, что французы могут занять какое-то... Но то, что они будут чемпионами, в общем... Тогда еще было неизвестно. Тогда еще было непонятно, да. Дело в том, что четыре программы, которые у нас есть в этом абонементе, это такая, я бы сказал, обзорная экскурсия. Так прогулка. Да, прогулка, легкая прогулка по разным национальным музыкальным... культурам. Насчет легкой, потому что ты посмотрел программу, не особо же она легкая. Вы знаете, для исполнения. Нет, для исполнения, да. Да, для исполнения, я имею в виду, вот так для слушателя. Довольно серьезно. Нет, дело в том, что французская музыка – это явление очень серьезное, интересное, многоплановое. По сути дела, вообще цикл концертов можно было посвятить только французской музыке. Да? И надо сказать, что вот в этом концерте мы, например, не играем музыку таких авторов, как Берлиоз или Дебюсси, да, без которых историю французской музыки представить невозможно, да и вообще историю мировой музыкальной академической культуры без этих имен представить нельзя. Но формат открытия сезона как раз сподвиг нас на то, чтобы выбрать сочинения известные, известные, любимые публикой и эффектные. Эффектные. Мы очень надеемся, что вот эта прогулка по Франции будет и приятна, и интересна. Вот что касается интереса, я никогда не забываю о том, что мы должны не только, а может быть даже не столько развлекать, да, сколько еще и... в общем-то, давать пищу для ума и просвещать. И, в частности, у нас будут те сочинения, которые в Кирове еще не звучали. Mm-hmm. Это «Летняя пастораль Онегера» и «Сюита для саксофона с оркестром Дариуса Мийо», который называется «Скоромуш». «Скоромуш». «Скоромуш» — это петрушка. Петрушка. Mm-hmm. «Саксофон с оркестром». Любопытно. Mm-hmm. Да. Вот ждем наших. Константин, еще вопрос, как всегда, про возрастное ограничение концерта.
Ну, мы видим, 6+. Да, 6+. Это концерт, в общем-то, для всей семьи. Это должно прозвучать. Для всей семьи. Роскомнадзор слушает. Для всей семьи. Еще раз напоминаем, да, что открытие сезона и, собственно, вот тот концерт, это все будет в воскресенье 30 числа, начало в 5 вечера, да. 6+. Я хочу добавить, что, конечно, будут солисты. Солисты, да, блестящий пианист из Казани. Но удивительно, что вот он живет в Казани, да, но при этом обладает, ну, по меньшей мере, европейской известностью, да, если не мировой. Народный артист Евгений Татарстана. Евгений Михайлов, народный артист Татарстана и заслуженный артист России. И саксофонистка, наша землячка, которая сейчас живет в Нижнем Новгороде, преподает в Нижегородской консерватории. Это тоже, в общем, предмет гордости. Кировчан, да? Ольга Попова. Женщина с саксофоном, да, это... Да. Ну, как-то это считается так необычно. Ну, вы знаете, сейчас уже есть женщины с валторной и с тромбонами даже встречались мне. Ничто дамы, не чуждо. Дамы тромбонистки. Да. Почему выбор пал именно на этих солистов? Были еще какие-то варианты? Да, варианты всегда есть. Просто Евгений Михайлов с нами уже сотрудничал. Но не в рамках филармонических наших программ. И мне очень понравилось, как у нас с ним получилось. Мы с ним играли концерт Гершвина однажды. И дело в том, что у нас, в принципе, концертов, может быть, не так много, да, ну, я имею в виду, скажем, в крупных городах, в миллионниках концерт симфонического оркестра проходит каждую неделю, да, у нас, конечно, реже, поэтому мы с ним, сыграв концерт Гершвина, договорились о том, что в течение каких-то... ближайших сезонов, да, мы обязательно с ним встретимся уже на филармонической площадке. Вот. А Ольга Попова, она всегда наша желанная гостья. Но я хочу сказать, что ее приглашение, помимо всего прочего, было связано еще и с тем, что и в сочинении Бизе сюита из «Арлезианки», и в сочинении Равеля под названием «Болеро», который, конечно, станет изюминкой вообще этой программы, там есть партия солирующего саксофона. Поэтому мы Олю попросили, мало того, что посолировать в нее, да, еще и поработать, и поработать в оркестре. И она с удовольствием согласилась, потому как она, в общем-то, воспитанница действительно и... Мало того, что кировских музыкантов, да, она всегда очень тесно общалась с Александром Раевским. Вот. И у нее какие-то особые чувства, я так понимаю, есть к Вятскому симфоническому. Еще раз акцентируем ваше внимание. Это мы все говорим о концерте, который будет открывать 61-й сезон Вятской филармонии. 30 сентября, воскресенье, начало в 17:00. Возрастное ограничение 6+. Дабы не заставлять Александра Николаевича долго дожидаться своей очереди, давайте вот сейчас до перерыва успеем перейти к следующему концерту Вятского камерного уже оркестра 5 октября в пятницу. Да, тоже географический акцент. Акцент тут присутствует. Туманный Альбион. Да, программа называется «Туманный Альбион». И Биг Бен на афише. Да, Биг Бен на афише. Английская музыка от барокко до рокко. Да. Барокко – это великий Генри Пёрсел. Дальше сочинение романтической и постромантической эпохи. Музыка Элгара Вуан Уильямса. И Бриджа, и Густава Холста. Да? И почему до рока? Потому что знаменитый... знаете, как вот только в сети не называют это сочинение. И «Танго смерти», и бог знает как. На самом деле речь идет о концерте Карла Дженкинса, который называется «Палладио». Мы его будем играть впервые в Кирове. Эту музыку знают... Наверное, на слуху. На слуху. А Карл Дженкинс, он, в общем-то, сидит даже не на двух стульях, наверное, да, Николай знает, о чем идет речь. Это человек, который получил академическое образование, но все его достижения в основном связаны с этно- и рок-музыкой.
Так, давайте о солистах еще. Да, солистами выступят наши солисты Кирилл Запольский и Елена Иванова-Летягина и приглашенный нами габаист из Москвы Борис Акишин. Угу. Все ясно. 6+. Все ясно, все. 6+. Все красиво, гораздо более, так сказать, ну, экзотически все-таки. Вот английская музыка, особенно да, в том-то и дело. Да, в том-то и дело. Что... Нечастый гость на сцене. Да, да. 6+. Еще раз произносим, да, возрастное ограничение этого концерта. Дата 5 октября, пятница, соответственно, 18:00 начало. Это малый зал будет в филармонии. Да, да, именно малый так. Зал. Сейчас делаем небольшую паузу, что нам положено по регламенту. Константин Маслюк, главный дирижер Вятского симфонического и Вятского камерного оркестра. Александр Чубаров, главный дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. Вот Александр Николаевич, дадим слово уже после, да, после небольшой паузы. Паузы. Да, прерываемся. Культпоход. Да, это снова программа «Культпоход». В студии по-прежнему Владимир Сметанин и я, Николай Голиков. Мы поговорили о первой части открытия сезона концертного Вятской филармонии. Дали нашему гостю Александру Чубарову немножко передохнуть. И сейчас, чтобы по полной сил, дирижер Вятского оркестра рудных народных инструментов рассказал, как будет открывать этот сезон этот прекрасный коллектив. Пожалуйста, Александр Николаевич. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Ну, наш оркестр открывает сезон 7 октября. В филармонии концертом, который посвящен 70-летию народного артиста России, России, Украины и Молдавии, композитора и исполнителя Александра Морозова. Солист будет исполнитель из Москвы, лауреат международных конкурсов Максим Щербицкий. Молодой музыкант, молодой певец, который сейчас очень востребован в России и выступает довольно активно во многих городах нашей страны с различными оркестрами. С Кировым как-то святкой связано? Вот, нет. Вот сейчас будет связано. Сейчас связано. Да. Приедет к нам первый раз, а вот 30-го, кстати, как вот у нас до открытия сезона, он открывает, по-моему, сезон, они в Астрахани с оркестром, симфоническим оркестром Национальной гвардии России. Вот такое мощное у них там будет концерт. Будет он в том концерте, я посмотрел афишу его, будет исполнять популярные хиты мировой классики, российские в том числе. А у нас программа будет посвящена вот именно юбилею Александра Морозова. Ну, ты говоришь, песенная программа будет? Песенная. Ну, напомните, что это за произведение, чтобы сейчас слушать. Ну, вот «Малиновый звон» название программы, тебе о чем говорит? Да-да-да. Именно ты угадал. Прозвучат и, значит, супер популярные его песни, как «Малиновый звон», «В горнице», «Ах, мама, маменька» и «По камушкам», например. А «Пока-пока, по камушкам». Да, да. Это «Ах, мама, маменька». «Я уж не маленький». «Я уж не маленький». Да, да. Здорово. Да. Вот. Но вы знаете, при подготовке мы знаем прекрасно эти песни. Это действительно очень интересно их играть. Но они все-таки очень знакомы. И нам, музыкантам, повторяться. Мы довольно много их, кстати, исполняли. Но у Александра Морозова в багаже более 1000 песен. Вот можете себе представить. Причем на стихи выдающихся поэтов и современности, ну, циклы большие есть у него на стихи Николая Рубцова. И мне вот было очень интересно узнать этого человека, так сказать, по его творчеству, по его песням немножко пошире. Не только вот по этим хитам. Да, все-таки программа концерта большая, широкая. Программа, да. Конечно, это около 20 песен будет. И, ну, с большим удовольствием мы познакомились с его музыкой, с разной, и я бы даже сказал, которая не очень известна, она нисколько не проиграна. Так случилось, ну, что эти песни стали популярные, а другие нет. Но они гораздо, может быть, и богаче даже, и по содержанию, ну, и глубже. Увы, но зачастую именно такой вопрос, да, стоит. Вот иногда недопонимаешь, вот почему именно эти песни получили большую популярность, широкую известность. Кому попало в исполнение. А вот это гениальная песня, великолепный материал и текстовая часть, но почему-то вот не на слуху. Потому что все песни, которые мы назвали, у них были исполнители очень популярная, очень прекрасная. Наверное, да. Поэтому это уже автоматом как бы придавало песне статус. Нужное время были нужными людьми озвучены и
очень получилось здорово. Подборку композиций непосредственно вы делали? Кто вместе с Максимом? Вы знаете, вот согласовывали, это, да, Чермицкий? Нас, Максим, да, это предложение, я, ну, тут секрет, а им играть? Да. Секрета никакого нет. Предложение провести такой концерт поступило от Максима Щербицкого. Он довольно близок с автором, с композитором. И тем более. В этом году, в юбилейном году, он сделал целую программу. Это большая работа, потому что есть, наверняка есть оркестровки для симфонического оркестра, для эстрадных оркестров, но не для народного оркестра. А Максим проявил такую инициативу, ему помогли, конечно же, сделали приложение для народного оркестра. Вот собралась такая программа. То есть приложение уже как бы готовое, вам не пришлось с ним заниматься, да? Ну, так не бывает, чтобы совсем не пришлось. А, ну, понятно. Вот, это, говорят так, что да, вот мы тебе пришлем нотки, но, к сожалению, так очень редко бывает, когда все устраивает, и приходится все равно зарабатывать, да? Снова перелопачивать. Под, ну, составы разные. Составы бывают, разные, да. Конечно. У меня, допустим, у нас 5 баянов, а у него в партитуре 2 только, и там одна флейта. Что делать троим баянистам? Нет, ну там простой вариант дублировать остальных, там для массы там тоже, так и тоже можно сделать. Бывает и так, да. Как говорил мой педагог, знаете, профессор по инструментовке, люди пришли на работу. Две ноты хотя бы ты должен написать. Хотя бы меха растягивать. Хорошо. Еще раз напоминаем, это будет уже тоже в честь открытия 61-го концертного сезона Вятский оркестр русских народных инструментов. В воскресенье, это будет через неделю, следующее воскресенье, 7 октября, 17:00, и возрастное ограничение тоже 6+. Уважаемые гости, немножко вам дадим возможность передохнуть. Нам с Николаем нужно озвучить... Номер телефона, во-первых. Вы пока можете репетировать вопросы, прокручивать номер в голове. Номер телефона, я уже скажу сразу, 211-101. Позвонив по нему и ответив на вопросы наших гостей, либо наши, вы сможете получить призы. А сейчас мы расскажем, собственно, я хочу вот сразу пригласительное озвучить от наших гостей. От наших гостей это пригласительные билеты в Вятскую филармонию на открытие сезона 30 сентября. Угу. Да, это у нас Вивля Франс. Вот. Начало 17 часов, ограничение 6+. И как раз на 7 октября. И на 7 октября как раз на Малиновый звон. Да, тоже на 2 персоны. Тоже 6+. Эти вот билеты нам предоставили наши гости. Ну и дальше поехали. Билеты в драматический театр. Премьера. Уроки французского. 5 октября. 18:00. Ограничение 12+. Билеты на любой фильм. Сеанс. Кинотеатр «Дружба». Пожалуйста. Галерея «Прогресса». Пригласительные на выставку «Новый альянс». Ограничение 0+. Это работы разноплановые, да, молодых, да, художников. Да, это межрегиональная выставка молодых художников. Вот. У нас галерея «Гауди». Воскресенье 30 сентября. Общее городское закрытие мотосезона, поэтому отделение «Ночные волки Вятка» и мотоклуб «Орден Преображения» приглашают вас на трибьют-концерт-шоу «Рамштайн». Группа «Киндер» из Москвы будет вас радовать своим искусством. Кроме этого, будет уникальное световое шоу, 40 киловатт звука, экзотические танцовщицы, выступления групп, танцы и, короче, много всего прочего. Это будет в «Гауди». Воскресенье 30 сентября. У нас приглашение для вас есть 16+. Билеты на концерт группы «Юта» мы продолжаем разыгрывать от ДНТ. Ограничение 12+ этого мероприятия, но тут небольшой нюанс по независящим от организатора причинам. Концерт этот переносится на ноябрь, точная дата будет сообщена позже. Все билеты, приобретенные, в том числе разыгранные в нашем эфире на концерт «Юты», они действительно, так что не переживайте. Концерт состоится, но немножко попозже, следите за информацией. Дальше. Билеты на национальное шоу России «Кострома» 15 октября в 19:00, Дом культуры Родины, ограничение 0+. Это, между прочим, не просто шоу России «Кострома», это национальный балет, которому исполнилось недавно совсем 25 лет. Он побывал во многих странах мира, в более чем 3 десятках. Он, в частности, выступал в гала-концерте на зимних Олимпийских играх в Сочи. Был на открытии 3-х зимних всемирных игр. В общем, это незабываемое феерическое шоу. И туда мы действительно разыгрываем сегодня билеты. Ну и билеты в цирк на программу «Легенда». Об этой программе мы здесь ровно неделю назад с ее, так сказать, руководителем, прекрасным народным артистом России, который, кстати, сегодня будет у нас в студии после нас. Вот, Владимир прекрасно так... Тамерлан Нугзаров. Даже отчество я хотел, чтобы ты сказал. Тимир Салганович. Во, потому что я не очень хорошо понимаю. Вот, билеты в цирк на программу «Легенда», ограничение 0+. Это еще не все, еще книжки давай. Да, еще книжки от магазина «Читай город». Это Алексей Смирнов, записки невролога «Прощай, Петенька». Слушай, вообще, я удивился, что эту книгу не взяли. Я почитал, это сборник прекрасных, таких жестковатых, правда, медицинских анекдотов. 18+. 18+, само собой. Владимир Березин, «Дорога на Остапова». Это автор биографии Шкловского, «Жизнь замечательных людей», автор. Вот, это вот его, так сказать, книга. Очень много интересного в этой книжке. Ограничение 16+, «Дорога на Остапова».
«Птица по имени» — чудесно, прекрасно иллюстрированная, познавательная, аж в широком культурном контексте книжка. Прекрасный подарок для глаз, ума и сердца. 12 плюс. Ну, такой карманный формат, да? Да, но очень красивая книжка. Вот для тех, кто любит именно книгу как произведение искусства, это просто подарок прекрасный. Ну что, у нас сегодня просто большое количество призов. У вас огромный выбор, уважаемые слушатели. 211-101. Начинаем розыгрыш. Кто будет задавать первый вопрос? Константин, у кого первая премьера? Давайте, да. Вот о чем я хотел спросить. В программе нашего концерта 30 сентября будут сочинения, как я уже сказал, Онегера и Мийо. Эти авторы входили в объединение композиторское, которое существовало в 20-е годы прошлого века. Во всем мире это объединение известно как «Французская шестерка». Но это был не первый пример в истории, когда существовало некое композиторское объединение. Ну, в общем, скажем так, объединение по идеологическим каким-то соображениям. В России в 19 веке существовало объединение, и во всем мире его знают как «Русская пятерка». Но в нашей истории, да, это группа замечательных наших классиков, в которых ходили Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Цезарь Кюи, я возглавлял его Мили и Балакирев, называлось иначе. Вот у меня вопрос, как называлась в общем, эта группа? Выражаясь научным языком, как в отечественной историографии, да, да, как в России называется вот это объединение, вот это... Пятерка. Да. Пятерка на международном уровне. Russian Five. Russian Five. Очень быстро нам отвечают на этот вопрос. Это школьная программа. Ну, вообще, в музыкальной школе это изучают. Упоминается. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Мне кажется, это «Могучая кучка». Совершенно верно. Совершенно верно, вы абсолютно правы. Только, пожалуйста, назовите себя. Меня зовут Татьяна Валентиновна. Татьяна Валентиновна, вы прекрасно ответили на этот вопрос. Поздравляем, вы опередили всех, дозвонились самой первой. Что хотите получить? Можно на Кострому? На Кострому? Да. Пожалуйста, дороги, конечно, дороги можно, открыты, что можно, выходите да? Дорога на Кострому. Национальное шоу России «Кострома», да, все верно. 15 октября, 19 часов, ДК «Родина», ограничение 0+. Следующий вопрос, Александр Николаевич. Не клони трубочку, вам редактор объяснит, как получить этот билет. Ну вот, давайте немножечко попробуем угадать о нашем авторе. Об Александре Морозове. Да, об Александре Морозове. Как я уже сказал, Александр Морозов, уточню еще немножко год, в 2003 году стал народным артистом Молдовы, Молдавии, наверное, тогда, и в 2004 народным артистом Украины и народным артистом в этом же году России. А вопрос звучит так: в какой из этих республик родился Александр Морозов? Попробуйте угадать. То есть тут три варианта. Молдова, Украина и Россия. Ну что ж, прекрасно, три варианта есть. Пожалуйста, 211-101. Напоминаем, что по нашим условиям, если вы ошибаетесь с первого раза, то мы даем вам возможность еще разочек ответить. Да. Пожалуйста, 211-101. Вопрос непростой. Очень много призов. Вопрос непростой, может, но есть, в принципе здесь есть определенная варианты. Угадайка, то есть можно позвонить и можно угадать, почему нет. Можно ведь и так поступить. Ну или по городам можно. Там, Кишинев, Киев. Не, он мог родиться не обязательно в центре. Ну, если бы столица, он там вообще мог местечко родиться, да. Давайте вот, принимать желающие звонок. Уже ответить. Добрый день. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Вадим. Вадим, да. Вот в какой республике родился композитор Морозов, да, по вашему мнению? Александр Сергеевич Морозов родился в Молдовской АССР, город Окница. Ну, деревня Окница, ну, да, деревня, вроде, да. Вот. Совершенно верно. Судя по всему, человек просто воспользовался гаджетом, что совершенно правильно поступил. Да, Вадим, вы совершенно правильно сказали. Да, да, да. Подглядели. Да. Зачем, да, мучить? Зачем делать сложным то, что проще простого? Ну, тогда порадуйте наших гостей и выберите билет в филармонию. Книжечку. Книжечку. А какую? Какую? А давайте записки, ну, медицинские. Невролога, которые мы расхваливали. Мне всегда немножко жаль давать такие книжка. Книги, но я, с другой стороны, рад за вас, потому вот что прочитаете с большим удовольствием. Да, полистал, улыбку, почитал ее, да, тут много веселых и не очень моментов, но читается очень интересно. Хорошо. Николай вам рассказывает, как эту книжку получить. Ну, видимо, мы должны сейчас прерваться на рекламу, или нам Денис Князев, наш звукорежиссер, даст возможность. Нет, давай прервемся. Нет, он показывает на часы, давайте реклама.
«Культпоход». Продолжается «Культпоход». Константин Маслёк, главный дирижер Вятского симфонического и Вятского камерного оркестра. И Александр Чубаров, главный дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, заслуженный артист нашей страны. Мы сегодня говорим о концертах, которые открывают 61-й концертный сезон Вятской филармонии. Мы с тобой хором уже говорим. Да. 30 сентября, 5 октября и 7 октября. Еще поговорим, я надеюсь, хотя времени не так уж и много остается. Нам нужно продолжить играть, завершить круг, так сказать. Ну, Николай, у вас рок-н-ролл. У Николая вопросы всегда немножко такие рок-н-ролльные, хотя сегодня о таких немножко странных коллаборациях хотелось бы поговорить. Вы знаете, вот мы сегодня уже говорили, что есть люди, которые разрываются там между классикой, например, джазом и там рок-н-роллом. А здесь интересная история. Рок-н-ролл тоже ведь богат на темы, да, и, например, вот есть такие группы там совершенно авангардные там или какие-то еще, и музыкантам хочется сменить немножко профиль, поиграть с кем-то другим. Возникают такие странные коллаборации. Например, вот группа Killing Joke, да? Ты что, не знаешь про нее? Такая что-то мать альтернативного рока вообще. Не припоминаю сразу. На грани металла и панка, такая очень серьезный, такой хороший коллектив. И там был такой парень по имени Мартин Гловер по прозвищу Юс. Вот он, надоела ему вот эта музыка. Он решил с кем-то светлым, хорошим поработать, да. И они создали такой дуэт под названием «Пожарный» – «Fireman». И очень долго никто не мог понять, кто же с этим Мартином Гловером поет. Вот сейчас фрагмент я попрошу включить Дениса. Никому даже на ум не могло прийти, да, что вот совершенно человек из другой там категории вдруг запел с этим вот альтернативщиком. Три варианта ответа. Это был Мик Джаггер, это был Пол Маккартни или это был Элтон Джон? Маккартни, Джон или Джаггер? Да. Джаггер, Джон. Или на самом деле, они вот в 93-м году выпустили альбом, до 98-го года никто не смог угадать, кто это поет. В 98-м году они сами рассказали, и с тех пор еще два альбома выпустили. А за инструментальную эту часть кто отвечает? Вот как раз вот этот вот Юс, он еще и диджей, он, так сказать, любит все это городить. Так, у нас есть ответ? Ну, давайте принимать. Да, я, кстати, вот... Ох, я не предупредил, самое главное, я же специально под этот вопрос книжку приготовил, которую меньше всего хочу отдавать. Да? Да. Я вообще такие книжки очень люблю. Ну и как мы выйдем-то из этой ситуации? Может быть, отложим этот вопрос, а сейчас зададим специальный? Ну, может быть, смотри, давай как сделаем. Так. Я объясню, что это за книжка. Если человеку понравится, он ее возьмет. Ну, хорошо. Понравится, выберет что-нибудь другое. Ну, давайте попробуем. Потому что вот я как раз не назвал специальной книгу, она вот на такую тему, которая всех тревожит, называется «Вообще чума». Это история болезни от первой лихорадки, до Паркинсона, вот как это все было. Как Николай, сейчас очень какая-то тревожная атмосфера, она страшная. Крайне интересная. Чума. Ну, картинка, знаете, это все. Мы же все замолчали. Ну, если человек, который отвечает, не захочет, то он выберет все, что угодно. Ну, итак, ладно, давайте тянуть время. Не будем время. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня Татьяна зовут. Татьяна. Чей голос мы слышали только что? Это Пол Маккартни. Вот люди 5 лет гадали, да? А Татьяна угадала сразу. Идентифицировала сходу. Да, вот на самом деле довольно трудно его узнать. Пол Маккартни и как? Еще раз. Мартин Гловер или Мартин Гловер. Юс обычно. Юс обозначает юность. Это такая юность Пола Маккартни. Ну что, вы вот насчет чумы-то как? Может быть, не нужна она вам? Очень нужна. Хочу эту книгу. Иногда приходится расставаться с любимыми книгами. Ну что ж, она ваша. Николай Трубочко вам расскажет, как ее получить. Да, чума ваша. Ну и давайте, ладно, задание сейчас от меня. У меня сегодня без музыки, без каких-то отрывков. Я напоминаю, что сегодня день генерального директора отмечается. Вот я вам сейчас, уважаемый слушатель, главного дирижера. Да, предоставляю возможность просто дозвониться к нам в студию и поздравить своего начальника с этим праздником. Не обязательно, если он генеральный директор. Нет, не обязательно. Не обязательно. Пусть он даже не в статусе генерального директора, простого директора или начальника, или там, начальника отдела. Простого директора. Начальника цеха. Или вы сам себе генеральный директор. Вот дозвоните сейчас, поздравьте, скажите пару-тройку теплых слов. И, пожалуйста, потом будете выбирать тот приз, который есть у нас. Слушай, в списке. Смотри, прямо телефон разрывается. Да, уже понеслась. Да, вот видите, повод дал людям праздновать не только пятницу, но еще и день генерального директора. Алло, добрый день, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Светлана, я хочу поучаствовать в конкурсе. Давайте, давайте, поздравить начальника своего, сказать, чтобы начальник был в тонусе, обладал железными нервами и был, конечно, справедливым. Как начальника-то зовут?
Промолчу. Ну, но он хоть поймет, что это его поздравили. Это имя слишком известное, чтобы оно звучало в нашем эфире. Но он поймет, он услышит, или она, это я не знаю. Он. Он, хорошо. Ну вот выяснишь, вот, мужчина хоть. Давайте это отнесем на всех мужчин-руководителей. Да, да, вот всех, да, мужчин. Потому что требования генерального директора, да, мы поздравим. Светлана, хорошо, выбирайте приз. Я хотела бы «Vive la France». О, Франс. Константин Александрович, принимайте Светлану, да, на концерт. Очень приятно. Да. Очень приятно, да. Без проблем, без проблем. Все, не кладите, пожалуйста, трубку, редактору передаем. 4 минутки, 5 у нас остается, буквально чуть побольше, не знаю, успеем, не успеем еще задать вопросы, хочется просто еще с вами пообщаться, если говорить о планах, собственно, на дни, которые уже выходят за рамки сегодня нашей темы. Константин Александрович, что дальше в сезоне, знаете, ожидать в ближайшее время? Я хочу еще сказать, что 7 октября утром, вот вечером будет «Малиновый звон», а утром будет «Маленький принц». «Маленький принц» — это открытие нашего цикла концертов для детей, нашего, я имею в виду, Вятский симфонический оркестр имени Раевского. А это что вообще такое будет? Это будет сказка с оркестром. Музыкальную сказку написал наш современник, замечательный композитор Ефрем Подгайц. Он написал симфоническую сказку «Маленький принц». И мы прочитаем сказку «Маленький принц». А чтец какой-то? Да, да, чтецом выступит Елена Преснецова, наша ведущая программа, наш музыковед. Да. Она прекрасно это делает. Более того, вы знаете, там авторам предписано, чтобы чтец работал с партитурой, то есть читал в определенные моменты. И мы будем сопровождать эту сказку показом слайдов. Мне кажется, это будет, должно быть интересно как раз для всей семьи. Да. Где именно? Время? В филармонии, в Большом зале. В 11 утра. Да? 7 октября. 7 октября. Да. Ограничение, да, возрастное, да, надо вспомнить. Да, скорее всего, 0+. Там, подскажите, 6+. Да. А, вообще говоря о каких-то событиях сезона, да, наверное... Я очень надеюсь, что наши с вами контакты продолжатся. Да? Безусловно. Мы очень много интересного запланировали, но, в числе прочего, ближайшие несколько месяцев у нас будет фестиваль, который называется «Лики музыкального театра». В нем принимают участие все 3 наших крупных оркестра: и Вятский симфонический, и Вятский камерный, и Вятский оркестр русских народных инструментов. Вот, и если будет возможность, да, немножко поподробнее как-нибудь об этом поговорить, мы с удовольствием поговорим, это сделаем. Обязательно. Конечно. Тем, да, более о таком событии, когда все 3 коллектива участвуют. Да. Это здорово. Да. У нас есть звонок. Я так полагаю, что кто-то еще желает поздравить. Поздравить, да. Ну, почему нет? Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Нет, я вообще-то не хотела поздравить. А что позвонили? Нет, не то, что не хочу, я хочу поздравить. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Меня зовут Валентина. Валентина. У меня был очень хороший начальник Сергей Григорьевич Зыбин. Сейчас его, к сожалению, он ушел из жизни. Это было что-то. Так было хорошо, замечательно с ним работать. Просто я, когда он умер, я вообще не могла долго, в течение года даже прийти в себя. Вот какое. Ну, такая была утрата. Что, Николай, делаете с этим? Засчитывать как конечно, теплые конечно, воспоминания конечно, руководителя и дать возможность выбрать приз? Да, конечно, безусловно. Ну, хорошо, Валентина, выбирайте приз. А мне, пожалуйста, на 7 октября. На народный вятский. Да, 7 октября в 17:00. Русский народный инструмент. Партер. Да. Они ваши. Пожалуйста, не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Вот. Все, все. Можно уже не поздравлять. Можно уже не поздравлять. 2 слова можно еще? Конечно, можно. Дорогие друзья, у нас приближается сразу 3 праздника. Давайте сегодня вспомним, поздравим наших музыкантов с Международным днем музыки, который мы всегда отмечаем 1 октября. Угу. Поздравим учителей всех с их профессиональным праздником 5 октября. Ну и знаете, что день пожилых людей у нас 10-го. Тоже 1 октября. Дорогие наши ветераны, всех с праздником. Ну а Вятский народный оркестр от слов к делу уже сидит на сцене актового зала в Вятском государственном университете, вот совсем недалеко от нас. И сейчас готов дать концерт сотрудникам и студентам
Вятского государственного университета. Вот такой праздничный концерт. Начало в час. Дорогие друзья, кто учится, кто недалеко находится, бегом в актовый зал Вятского государственного университета. И вы сейчас тоже через пару минут побежите дирижировать или ну, что? Ну, сегодня не моя очередь. Я спокойно дойду и посижу в зале как зритель. Программа будет ну, специально такая праздничная, очень легкая. Разные жанры будут звучать. Произведения в разных жанрах. И, ну, в общем, мы создаем хорошее настроение. В общем, в этот пасмурный сентябрьский день. Да, так что... На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Уважаемые ведущие, если вы свободны, пойдемте с нами вместе послушайте оркестр. Я хочу присоединиться, конечно, к поздравлениям по всем трем поводам и пожелать и коллективу радиостанции, и всем нашим слушателям всего самого наилучшего. Спасибо. Володь, смотри, два поздравления, тоже призы требуется отдавать. Да, кстати, хорошая тема. Пару минут-то у нас все-таки еще есть. Я прошу вопрос еще нашим слушателям. У Николая точно есть еще вопрос? У меня есть всегда вопросы. Да. Ну, давайте, у меня Николай. Всегда немножко с музыкой. Да. И опять на ту же тему, опять необычное сочетание. На этот раз идет речь про сына. Про сына Боба Марли. Боб Марли было очень много детей. 11-й сын его зовут Демьян, он решил тоже собрать группу, представь, ямайская музыка, да, пригласил индуса очень известного, который написал музыку для миллионера из трущоб и получил за это Грэмми. Ну, короче, очень много всего набрал. Вот таких вот экзотических товарищей. Потом тоже решил, что чего-то ему не хватает. Я попрошу включить фрагментик этой песенки. Ну, судя по музыке... Вот. Ну, музыка узнаешь, да? Воплотился Боб Марли в сына. Но вот человек, который поет эту песню, он совершенно неожиданно в этом компоте. И опять три варианта ответа. Это Мик Джаггер, это Пол Маккартни или это Элтон Джон. Ага. А вот так вот. Троица та же? Да. Но, видимо... Сами. Но... И, может, даже снаряд в одну и ту же воронку может попасть. Бывает и такое в жизни, да. 211-101. Внимание, это последний розыгрыш в рамках сегодняшнего культпохода, так что поторопитесь. Есть звонок, да? Давайте. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Наталья, наша постоянная слушательница. Да, узнали. Наталья, кто же у нас с 11-м сыном Боба Марли запел вдруг неожиданно? Так, три варианта были. Джаггер, Маккартни и Элтон Джон. Маккартни. Так, Маккартни уже называли, и на этот раз вы не угадали. Но у вас есть два варианта. Мик Джаггер, Элтон Джон. Сейчас или пан или пропал, да? Потому что мы еще звонок не успеем принять. Элтон Джон. Приз остается неразыгранным. Тогда хором можно. Это был Мик Джаггер. Это Мик Джаггер. Который решил тряхнуть старину. Очень неплохо у него получилось. Увы, Наталья, не можем отступать от своих правил. Две попытки у вас было, к сожалению, не получилось. Хорошо, еще раз с всех нас поздравляем. Всех, кто любит музыку. Поздравляем с открытием сезона Вятской филармонии. Не забывайте, что все начинается уже в это воскресенье, 30 сентября. Вятский симфонический оркестр имени Раевского. Это будет французская музыка, программа. Да. Затем следующий концерт 5 октября. Вятский камерный оркестр. Программа под названием «Туманный Альбион». Английская музыка от барокко до рока. И мы тоже сегодня поговорили об этой программе. Ну и, наконец, 7 число. 7 октября «Малиновый звон». Концерт, посвященный 70-летию композитора Александра Морозова. Вятский оркестр народных инструментов имени Шаляпина. Спасибо. Константин Маслюк и Александр Чубаров. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Удачи. Спасибо. Всего до хорошего. Свидания. Культпоход.